Да, и ты такой нарезаешь этот ролик, смотришь, что у тебя нафармилось, блесочка на оружие, на шмот, точнее, на броню. И такой, а почему бы не ткнуть в вот такой вот охеренный синий предметик? Это реально очень хороший предмет, который стоит тоже порядочно очень денег. Блеску. Плюс один, плюс три. Давай. Давай, 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 давай. Ебой, сколько? Ебой! Три плюс три сразу! Пуф! Как золотом-то засветилось! По-моему, на всем ру комьюнити это первый раз, когда кто-то увидел, как блеска заходит на плюс три, да? А? Ох, я... Аж мусьма. С наступающим, ежи. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу, и... Демон ночной заточки, демон ночной новогодней заточки. Спасибо огромное Радебергеру, который задонил нам на стриме. Он кошмарит меня уже, наверное, неделю. Я не знаю уже, какие эмоции все это у меня вызывает. Это все очень жестко, но поддержка идет лютейшая. Спасибо огромное. Мне удалось до того, как мне заблочат Google Play, да, до того, как вот эта вот гребаная система заблочит мне снова платежи. А если вы не знали, на Корее это большая проблема. Ты 8К кристаллов донил, тебе блочат, и потом надо ждать сутки, либо звонить в Google Play. Но мне удалось 8000 кристаллов сейчас задонить. Это порядка 11 тысяч. Поэтому ждите еще вторую часть. Как только нам разлочат Google Play, я смогу вдонить еще больше и смогу вам показать тоже какую-то заточку, либо еще что-то. Сегодня я возьму для вас 4 пака акционных. Это хорошая достаточно на самом деле акция. Сейчас я вам ее покажу. Здесь будет падать 5 вот таких вот сундучков, в каждом из которых может упасть что-то для крафта. Также 5 сундучков с волокасами, 5 сундучков с антарасами. Два раза по 11 карт и одна вот такая штука, которую мы будем добавлять в коллекцию. Спасибо огромное еще раз за то, что помогаете с контентом, поддерживаете. Я очень сильно это ценю и надеюсь, что моя аудитория, которая смотрит эти видосы, тоже это ценит. Поэтому, ребят, я даю вам контент, ребята помогают мне с этим самым контентом финансово, поэтому именно для вас это видео. Не забудьте поставить лайк, серьезно. Все, что делается на этом канале, все делается именно для вас. Я не пытаюсь как-то там, знаете, свои честные свешные моменты этим тешить и именно из-за этого пытаться сделать топового чара. Нет, все для вас. Смотрите на шансы, смотрите на все, что будет сейчас происходить. Мне самому интересно. Основная цель с этих 4 паков, вот с этих вытащить, возможно, красный образ. Я не очень сильно расстроюсь, если я его не достану, но тем не менее я расстроюсь, потому что это 8 раз по 11 персонажей будет возможность у меня открыть. Это очень много на самом деле. Если выпадет красный скин, я сейчас в красный скин не выпадает, ну, блин, это очень грустно. Также буду рад любому синему скину на ножа, потому что есть идея в именно этом персонаже прокачивать, собственно, ножика. Ну и есть у нас паки с антарасами, тоже очень прикольная тема. Попробуем заточить антараса. На данный момент у меня антарас, сейчас я вам скажу, какой плюс. Почему-то он с волокасом сравнивает, но давайте сейчас я быстро отсюда выйду. По-моему, у меня плюс 4 антарас на данный момент. Да, плюс 4 антарас, попробуем сделать хотя бы плюс 5. Почему мне эта акция нравится больше и почему таких именно акций должно быть больше, как я считаю? Потому что акция, которая была предыдущая на крафт шмота и на крафт пух, как по мне, галимейший развод. То есть там все шансы, шансы, шансы. Здесь тоже, конечно, шансы, но здесь то, что ты покупаешь, ты это можешь пощупать руками, можно так сказать. Поэтому я считаю, что эта акция действительно более выгодна, чем то, что было. 8000 кристаллов было, 8000 кристаллов нету. Мы приобрели все эти 4 пака, давайте смотреть. Так, для начала смотрим сразу инвентарь. Вот они у нас 4. Давайте открывать. Раз, оу, два, оу, три. На самом деле это круто. Так, и вот эти значки, сразу говорю, кто вдруг собрался донить, сразу добавляйте их в коллекцию. Они будут давать вам неплохие бусты в тот самый момент, когда вы их добавите в коллекцию. Плюс 3 аккуроси сейчас я получил и плюс 2 кол дэмэджу. Это очень крутая вещь. Ну и давайте посмотрим, у нас 8 раз есть карты пооткрывать, и еще один этот жетон остается, мне его пока что некуда деть, но давайте открывать карты, я сначала хочу именно карту образов, давайте, погнали, первое пошло, блин, звук надо было включить. Ни одного синего образа, судя по всему, нету, потому что я знаю, что когда синий образ выпадает, по-моему, синяя карточка образа, вот этот меч светится желтым цветом. Так, зеленый есть.
Кстати, смотрите, какая, насколько херовая анимация именно в этой менюшке. Есть несколько зеленых, есть раз, два, три, три зеленых, четыре зеленых и остальные белые. Давайте я сейчас добавлю звук, потому что здесь достаточно такая прикольная зимняя сказка, прикольная зимняя атмосфера. И открываем пакетчи эти дальше. Скорее всего, кстати, меня сейчас отсюда выкинут, потому что здесь время ограничено, 13 минут осталось, но за эти 13 минут я надеюсь, что мы этот ролик и сделаем. Нет, все говно. Все говно. Осталось нажать всего лишь 6 раз на самом деле. Ну, давайте пробовать. Боже, красный образ, пожалуйста, прокни. Просто прокни, плиз, плиз, плиз. Нет. Какой же здесь шанс? Какой же здесь херовый шанс? Вот, кстати, 3 новых образа, таких у меня раньше не было. Хотя бы синий, боже. Если я синий отсюда ни один не достану, я буду просто, ну, очень сильно расстроен. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это синий, красный, либо фиолетовый. Воу, вы видите эту анимацию? Его надо вытащить. Он может быть синий, красный и фиолетовый. Боже, ребят. Я впервые словил эту анимацию. Боже, я даже не могу. Боже, пожалуйста, красный скин на ножа. Дай красный скин на ножа, и Чу будет дальше рвать за АВ-шку. Дай. Ну давай, 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 вытащись, ну вытащись, дай. Синий, походу, или красный. А, это синий. Ну, АВ-шку, ребятки, мы будем подкачивать. Синий скин на АВ, это, конечно, хорошо. Ладно, открываем дальше. Вы помните, да, что я в начале ролика говорил? Синий скин на ножа. Сука, дай мне красный скин на лука, пожалуйста. Красный скин на лука, плиз. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Нет, здесь все говно. Здесь это сразу скипаем. Все зеленое. Открываем еще. Давай, 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 пожалуйста. Дай красный, пожалуйста, дай мне красный. Нет, нихера. Снова все скипаем. Но мы сейчас сможем с вами еще их посинтезить, кстати, не забывайте. Дай, пожалуйста, красный скин, пожалуйста. Ну, плиз. Ну, нет. Последний, последний, последняя возможность. И дальше мы начнем с вами точить антарасов, волокасов. Давай. Давай, красный скин на ножа. Или на лука. Нет, нихера. Просто нихера. 8 карточек открыли, лишь одна карта дала синяя. С АВ-шкой, кстати. Давайте посмотрим, что у нас в коллекциях получилось. Ну, у нас заполнилось здесь достаточно много коллекций. Это дало небольшой буст нашему чару. И теперь давайте смотреть, что у нас есть. Теперь у нас 2 образа, кстати, один на АВ. Это забавно, АВ-шка не дает мне покоя. Кстати, это апнутая карта АВ, поэтому ночная эльфичка еще, бля. Погляди, какая сочная, друг мой. Если нравится вот эта ночная эльфичка, лайк в студию, дядя Чу. Посмотри, какая ля. Интересно, она также бегает или нет? То есть можно будет понаблюдать? Нет, она не в наклоне бегает. Ну, как бы, да, тоже good. Ну, смотри, какая смотрит на тебя, да? Давайте go дальше смотреть. Сейчас мы будем объединять эти карты. Так, начнем с белых сразу же, наверное. Заполним сразу же все это дело. Ля, глядите, сколько копий мы с этих паков получили. У нас даже вполне возможно появится шанс один раз скрафтить красную карту. Хотя не факт. Давайте крафтим. Раз, два, три, четыре, пять. Ровно 50%. Подождите. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть зеленых и четыре белых. 60% шанс здесь у нас получился. Заполняем снова белыми. Вот таким образом эта херня работает. То есть в целом вот эта акция работает именно так. То есть тебе нужно этих белых собирать прям очень дохрена. Ты получаешь в итоге зеленых. Так, все, белые у нас закончились. Давайте теперь попробуем из зеленых сделать синих. Но я сомневаюсь, что синих будет много дубликатов. Надо просто хотя бы, чтобы у нас сколько-то этих синих образов получилось. Так. Опа, так, все, отлично. Здесь у нас есть шанс получить 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 синих сейчас можем получить, но я знаю, что будет максимум 3. Давай.
Глад и два хавка, причем два хавка одинаковых. Это первые дуал-карты у меня появились. Это означает, что мы скоро сможем попробовать, попытаться скрафтить красную карту. Блин, это not bad вообще, это прям not bad. Давайте поглядим, как выглядит этот глад. Ну, такое себе. Но в целом это означает, что я смогу бегать сколько-то времени и на глади. Это прикольно. Так, переключаемся тогда на нашего с вами АВ. Точнее, не АВ, на ФР. На ФР, кстати, наверное, я бы даже на хавке побегал. Хавк поинтереснее, чем мой ФР, по-моему, сейчас. Здесь больше инта, здесь больше виза. Меньше агилы на 2 целых. Больше кона. Больше СТРа, но Декса также. Но смотрите, у них стойкий бонус здесь есть, чтобы вы понимали. Ладно, окей, переключаемся на наш стандартный скин. В итоге мы пока что ничего особо крутого этим не сделали. Сейчас будем перемещаться с вами в город, потому что мне нужно почистить инвентарь. Кстати, что с этих паков падает? О, крафтовая штукенция. Ребят, сейчас будет нарезка. Я буду чистить инвентарь. Итак, щелчок, и инвентарь уже чистый, и мы открываем свои паки. В итоге мне удалось освободить 71 слот, но имеется в виду, что мы забиты сейчас на 71 слот. Быстро перемещаемся обратно в наше с вами новогоднее настроение. Ну и давайте здесь откроем для начала паки с крафтом. Вот этот предметик на самом деле он очень много стоит. И мне самому интересно узнать, уточнить на аукцион, можно ли выставить... Да, можно выставлять с этого ивента. И причем, судя по всему, стоимость данных предметов на аукционе на данный момент очень большая. Вот этот зеленый шарик, сколько он стоит? Ничего себе, это я, получается, почти что окупился, 999 за штуку. Давайте сразу выставим, потому что, ну, я не собирался в ближайшее время крафтить. 985 я выставлю кристаллов этот предмет. Если он реально продастся, это мы кэшбэкнем 1000. Давайте пробуем дальше. Еще один зеленый шарик. 5 ЛСов. Еще 5 ЛСов. Еще 5 ЛСов. Дай мне красный рецепт, дядь. Дай мне просто красный рецепт. Система, пожалуйста. Ну давай, давай. Дай мне красный рецепт, я очень прошу. На, я тебя добью, сука, дай мне чего-нибудь вообще. В этой игре нормальное. Ты дашь или нет хоть что-то? 85 ЛСов, думайте. С 90 ЛСов в итоге и 2 зеленых шарика. Я очень надеюсь, что эти 2 зеленых шарика у меня сейчас продадутся на аукционе, и это будет прям круто. Если они реально продадутся, по 985 я их выставил. Возможно, кто-то их купит. Но они же не будут знать, да, что это чу. Ну ладно, окей, погнали дальше. 20 коробок с антарасами. Открываем. Сейчас мы их с вами будем точить. Просто я буду их протачивать, скорее всего, нон-стопом пробовать до плюс 3. Смотреть, сколько останется плюс 3, если хоть один. Давайте пробовать. Если хоть один на плюс 3 зайдет, это уже, я думаю, что будет хорошо. Места не хватает, что ли, в инвентаре? Вполне возможно, вполне возможно. Что-то нам нужно удалить. Даже под удаление сейчас что-нибудь отправим. Вот эту одну бутылочку давайте с вами удалим. Скорее всего, из-за этого он не дает точить этот предмет. Давайте, гоу. Да, плюс один есть. Слом. Говорят, что антарасы и волокасы прям очень херово точатся. И я в это с радостью верю. Снова слом. Зашло на плюс один. Гоу дальше. Будем лесенкой хреначить. Я, конечно, знаю, что это все это шансы и так далее, но будем хреначить именно лесенкой. Плюс один, хорошо идет. Пока что тьфу-тьфу-тьфу, хорошо идет. Слом. Блин, антарасу графику подкрутили, что ли? Сережка стала гораздо красивее выглядеть. Так, у нас сейчас есть несколько плюс первых. И еще открываем паки тогда. Так, давайте еще добьем. Все добьем до плюс одного, чтобы у нас было красиво, прям четко. Так, погнали. Зашло. Но я вангую, что мы сделаем еще одну четвертую серьгу антараса, и нам не дастся сделать пятое, мне кажется. Она просто не зайдет. Отлично. Так, сколько у нас мест свободных? Откроем еще одну. Пробуем. Блин, такое прям новогоднее настроение появляется на самом деле после вот этой заточки. Прям даже не после самой заточки, а этот ивент, это прям очень круто. Так, первая ушла. Вторая ушла. Третья заточилась. Плюс вторая. Это хорошо. Снова зашла. Тогда открываем плюс первая. Сейчас попробуем плюс первая гнать сразу до плюс двух, если получится. Но сейчас слом будет. И сейчас слом будет, глядите. Нет, зашло. Окей, пробуем на два сразу ее. Зашло, отлично. Открываем еще одну. Пробуем.
Эту сразу попробуем на плюс 3, если пойдет. Попробуем прямо ее загнать. Нет, не пошло. Окей, открываем еще одну. Блин, такая массовая заточка получилась на самом деле с этих паков. И я вам скажу, что эти паки рили хорошие. Еще раз повторяюсь, никого не зазываю на покупку всего этого дела. Это чисто рандом, во-первых. Во-вторых, это чистая казиношность, не более того. Так, ну пока что что-то все ломается. У нас осталась последняя серьга Антараса. Мы ее сейчас будем до двух пробовать заточить. Плюс один есть, давай плюс два. Плюс 2 есть. Теперь у нас осталось в итоге, давайте смотреть. 1, 2, 3, 4, 4 вторых и 5 первых. Ну, 1 четвертая на мне экипирована. Цель сделать что-то лучше, чем то, что у меня было. Цель сделать Антараса лучше, чем плюс 4. И я уже тогда буду счастлив. Плюс 2 есть, хорошо, гоу дальше. Плюс 2 есть, хорошо. Плюс 2 еще, хорошо. Ну сейчас стопудово, вот сейчас пойдет слом. Вот смотрите, вот сейчас я вставляю, сейчас стопудово пойдет слом. Раз, пошло. Сейчас два или три слома еще подряд будет. Нет, зашло, троечка, хорошо. Зашло. Сейчас, если на три заходит, сразу тыкаю на четыре. Но сейчас будет фейл. Говорил. Сейчас то же самое, если зайдет, пробую на четыре. Фейл. Сейчас будет фейл, и если сейчас будет фейл, я попробую заточить свою одну плюс третью на плюс четыре. Гоу. Есть, зашло. Пробуем тогда сразу ее на четыре. Четвертое. У нас 2 четвертых ребзя, это очень хорошо. Пробуем вторые. Слом. Сейчас 3 слома подряд будет, я просто вам гарантирую. Нет, третья, хорошо. Давай. Третья, хорошо. Так, ну 4 третьих и 2 четвертых. Пробуем троечки тогда догонять до четверки, но сломы все будут. Это слом и еще 2 третьих слом. Это слом, как я и говорил. Сейчас это тоже улетит, глядите. Да, и это сейчас тоже улетит. Нет, это зайдет. Нет, тоже улетело. Ну что, пробуем ту, которая в инвентаре на 5 сделать. Гоу. Давай, пятая, пожалуйста. Я хочу, чтобы это была пятая и вторая тоже была пятая. У нас хотя бы одна попытка в этом ролике была на 6. Давай. Yes, хорошо, пятая. Пробуем вторую на 5. Боже, давай на пятерку зайди, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Зайди. Фейл. Ну, в итоге у нас сейчас имеется плюс пятый Антарас. Между прочим, у нас имеется плюс пятый Антарас. Одеваем его сразу же. У нас 1 минута осталась нахождения вот в этом зимнем царстве. И сейчас меня отсюда выкинет. И мы с вами начнем точить волокасов. С волокасами все гораздо сложнее. Они в целом мне особо не интересны. Потому что, ну вы понимаете, у меня есть 6-й волокас. И сделать волокас, чтобы он был лучше, это достаточно сложно. Это рили сложно. Сколько еще? Сейчас 10-ку будем точить, да, сейчас 10 будем точить, погнали. Эти просто будут нон-стопом до 3 гнать, потому что, ну, это будет иначе вообще беспонтово. У меня есть 6-й у меня есть. Но если мы сделаем сейчас лучше что-то, то это меня очень сильно поразит. Нет, слом. Это очень сильно ускорит все наше видео. Но вы видите, да, как точится на самом деле? Мне, значит, нереально сильно повезло в первый день, когда мы с вами точили тех самых волокасов. Да, просто посмотрите, как они сыплются. Просто рассыпаются. Просто... Пфф. Да что, это серьезно? Что? 1, давай 2. Давай 3. 3 есть, отлично. 2, сейчас слом будет. Да, пробуем на 4. Слом. Так, осталось 10 волокасов. И на этом видео будет заканчиваться. Нас отсюда вышвырнуло, смотрите, вышвырнуло. Мы в Дионе вроде. Дион? Нет, это стартовая лока. Давайте пробуем. У нас, кстати, не забывайте, есть синий образ на рогу. Это хорошо. Это значит, что скоро будем точить ножики, скорее всего. Или что-то с ними делать, но посмотрим. Go. Show must go on. Слом, ну это жестко. Волокасы, ребят, я не знаю, как у меня зашло на 6 в итоге. Давай третий. Нет. Серьезно? Какого хрена? Может, все-таки лесенкой попробовать? По-моему, лесенка как-то оно лучше заходит. Ля, глядите, лесенка, оно нормально заходит лестницей. Слом. Слом.
слом. Нет, зашло. Тыкаю ее дальше. Три. Давай четыре. Четыре, отлично. Это слом. Пробуем на пять. Пятое есть, отлично. Это интересно. Так, знаете, что стоит сейчас сделать? Я хочу кое-что проверить. Я хочу снять с себя антараса. Кто-то говорил, что можно, типа, два волокаса одновременно надевать. Надевать, какая разница? Не дает, видите? Не дает, говорит, что уже экипировано. Окей, так что два волокаса, это все-таки фейковая инфа была, что можно два волокаса носить. Пятый точим, пятый. На мне одет шестой еще раз. Давайте, зайди на шесть, пожалуйста, зайди на шесть. Зайди на 6, давай. Нет, фейл. Я так и думал, собственно, ребят, что произойдет. Но вы видите, что сделать 5-й вот с такого количества, с 20 коробок, 5-й сделать еще реально. 6-й, ну, unbelievable вообще. Ну что, в итоге, что могу сказать по поводу этой акции? В целом, чар очень неплохо подбустился. Сейчас объясню почему и объясню за счет чего. Во-первых, мы достали много карт, собрали за счет этих карт достаточно много коллекций. То есть, коллекции именно на карточке собрались. Мы очень близки сейчас к тому, что мы попробуем скрафтить красную карту. То есть из нескольких синих попробуем сделать красную. Но, как вы видите, пока что с шансами... Кстати, откуда-то еще один образ у меня появился. Ух ты! Синий... Чего это? Синий появился или зеленый? Подождите. Да, у меня синий... Синий хиллер у меня появился. Боже, отлично. Отлично. Синяя карта хила есть у нас. Отлично. В итоге на данный момент на аккаунте есть 5 карточек синих. То есть одна, которая была стартовая. Одна карточка Глада апнутая. Это первый ап, скажем так. Карточка ножа топовая, кстати, синяя карта ножа. Не апнутая карточка Хавка, которую такую же, по-моему, дают за профу. И не апнутая карточка, это у нас ЕЕшка. Да, это у нас ЕЕ с бонусом к хилу. Тоже хороший предмет. В целом, я этими паками рад, хотя бы из-за того, что в этих паках мы достали дохерища образов. Это первое. Скорее всего, следующее открытие, которое будет, ну, мы вдоним еще десятку, еще 10 косарей, мы пооткрываем с вами паки вот отсюда, вот. Сейчас я вам скажу. Шансовая составляющая, но, блин, ну мы уже столько реально этих паков открыли, нам должен уже прокнуть красный чар. Я хочу красного чара. Вот эти будем с вами паки открывать, у нас будет возможность открыть, ну, нормально так их. Но акция серьезная, если вы вдруг что-то сюда поддониваете в Корею, эти паки стоят того. Вот прям, ну да, они стоят того. Дохренище антарасов, волокасов, мы сделали антараса пятого сейчас, не смогли сделать шестого, но пятый антарас это очень интересно на самом деле. Вот он. Выглядит он вот так, хотите, можете попереводить. Реально хорошая, достойная вещь, хороший, достойный айтем. Волокасом мы не смогли сделать лучше, чем шестой. И есть в интересах, кстати, из шопа еще знаете, что взять? Вот эти вот паки, здесь есть, с каждого получим по 5 браслетов плюс третьих. Это хорошая вещь. И за тикеты отсюда возьмем 1 плюс 4, 100%. Милейджесы у меня накопились, но милейджесы пускай копятся долгое время, потому что, ну вот, вы видите, да, 24 тысячи у меня их всего. А вот достойные награды именно вот из этих вот паков из 5. То есть это реально интересные будут награды. Как-то так, не знаю, понравился вам этот видос или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и, конечно же, спасибо огромное всем донаторам, кто поддерживал меня на стриме. Именно благодаря вам и делается этот контент. Спасибо огромное от души всем. До новых встреч. Пока. С вами был я, Мастер Чу. Удачи. И с наступающим. Ну, вы поняли.